Ты чё, с пеналом разговариваешь? Совсем рехнулся? Затупин будет сегодня? Кто-нибудь знает? Марьяна, но он обычно, если опаздывает, так вместе со мной. Я на месте. Может, заболел? Да не может он заболеть. Он столько витаминов пьет. Я видел. Че ты там понимаешь? Это у него конфеты замаскированы под витамины. Не пьет он никаких Марьян на витаминов. Вот конфеты лопает и не делится. Ну, значит, скорее всего, заболел. Начинаем урок. Можно сесть на место? Ничего себе! Ха! Ну ты обнаглел, слушай! Не постучать вам, не здрасте вам, не извините! Счастье, что-то тут будет! Ха-ха. Да, Затупин, ты реально затупил. Здравствуй, Затупин! Тебя что, не учили здороваться? Марьяна, можно сесть на место? Ну, во-первых, твои одноклассники правы. Правы, левы, какая разница? Можно сесть на место? Затупин, я тебя не узнаю. Ты обычно спокойный, молчаливый, воспитанный. Что с тобой? Я просто не уверен в себе был. А сейчас уверен. Так можно сесть или нет? Фига себе! Вот это уровень наглости! Слышали, пацаны? Марья Ивановна! И чё ему это, с рук должно сойти или что? Марья Ивановна, это настоящее хламство. И неуважение. Согласны, ребята. Так, Затупин, давай-ка начнем с проверки твоего домашнего задания. Прям так сразу? Сходу? Ну ты же уверенно в себе стал. Давай сюда сочинение по русской литературе, проверю. Ну не вопрос. Сейчас тебе Затупин влетит! Вряд ли он его, пацаны, успел написать. Мы вчера только в 11 вечера разошлись. У меня на PlayStation рубились. Ха-ха, двояк тебе обеспечен, братан. Не гони лошадей. Сейчас проверит Марья Ивановна. Ну что ты, Марья Ивановна, очередная двойка? По содержанию все довольно неплохо. Сейчас еще ошибки проверю. Ну я же говорил. Ого! Это чё, двойки не будет? Наверное, на двойку натянул. Марья Ивановна, что, трояк? Да нет, по содержанию 5, а по грамматике твёрдая 4. Затупин, ну ты молодец, я тебе скажу. А что, кто-то сомневался? Так можно мне сесть на место? Ого! Марья Ивановна, а проверьте у него математику. Там такое сложное задание сегодня было. Особенно со звездочкой. Да, ты мне было сложно. Че ты прицепился к нему? Еще и со звездочкой задание. Это вообще задание по желанию. Для таких, как вы. А он мог и не решать это задание. Спасибо за поддержку, Тупарев. Не переживай, я и со звездочкой решил. Держите, Марья Ивановна. Ха! Да и не то, чтобы переживаю за тебя. Просто, что мне уже самому интересно. Кто-нибудь усыпните меня. Это точно Затупин? На! Точно! Ну, присаживайся на место. Я пока проверю. Ну, спасибо. Наконец-то. Здорово. Так это, слышишь? Может, ты отличником станешь? Будешь давать мне списывать? Ну, можно договориться. Ну, ладно, что-нибудь придумаем. Ладно, посмотрим, как ты там математику нарешал. Марья Ивановна! Чё там с математикой? У моего нового лучшего друга! Ну ты же теперь из касты заучников? Понятно. Что-то мне кажется, что ему не под силу решить пятое задание со звездочкой. Ты вообще решил его или нет? Что вы там шепчетесь? Я все решил. Да с мамой решал. Я исправлюсь вдвоем. Слабак. Да ну, а я смотрю, ты реально наглый стал. Ребята, я приятно удивлена. Затупин,
поднимаешься на новый уровень. Задание выполнено правильно, со звездочкой особенно. Я такого варианта не придумывала. Я поставлю тебе 2 пятерки для мотивации. Ого! Ха! Крутяк! Слушай, ну все, ты мне сегодня помогаешь самостоялку писать. Так уж и быть. А вот и бонусы посыпались. Супер! Залучкин, а ты веришь, что он сам домашнее задание решил? Я очень сомневаюсь. Ну и зря. Сейчас мы все проверим. Мария Ивановна, давайте быстрее нашу любимую самостоятельную. Вот же ж гад, да? Не терпится ему. Че, реально не веришь? А вот, давайте, Мария Ивановна, самостоятельную. Сейчас и проверим. Давайте. Только бабки отработаешь по полной. Не волнуйся, Тупорев, все будет хорошо. Итак, открываем учебники на странице 74. Решаем с 1 по 5 задание. Кто решит 6 задание, получит дополнительную оценку. Ну что, Заучкин, покажем им мастер-класс? Да. Так, ну что, деньги взял? Ну да. Ну так давай, показывай, как там мастер-класс. Я готов. А учебник ваш где? Мария Ивановна! Чуть не спалился. Заучкин, дай, пожалуйста, учебник. Надо. Спасибо, Заучкин. Ботанов, ты что-то хотел сказать? Да нет, Мария Ивановна. Зачем ты ему книжку дал? Если что, Тупорев мой брат. Я ему больше давал, чем за Тупину. Ладно, пишем. Ну чё, когда мы решать уже будем? ГДЗ, 5 класс, 14 параграф, математика. Ты чё, с пеналом разговариваешь? Совсем рехнулся? Да какой пенал, дублина, смотри, телефон. Короче, мы типа списывать будем, да? Так а бабки зачем я тебе дал? И кстати, а что такое ГДЗ? Это то, за что ты мне заплатил. Это готовые задания из всего учебника. Можно все найти. А-а-а! Ну ладно, давай. Писать тогда уже, что ли? Писай быстрее, а то сейчас урок закончится. О, круто! Легкотня! Теперь я понял, как ты сочинение писал. Готово. У меня тоже. Еще время осталось. Ага. Вы что, уже все написали? Да. А вы что, сомневались? Подожди. На, мою заодно. Да. Сдай. Ботана, у тебя тут периметр неправильно вычет. Все, пересчитай внимательно. А ты тут длину неправильно нашел. Пересчитай, звучит. Утер очкастым нос. Мария Ивановна, пожалуйста. О, Затупин, спасибо. Как раз сейчас проверю твою работу. Тут не только моя, еще и Тупорева. А теперь у меня все получилось. И мне тоже. Пошли сдавать. Вот. Вот. Так. Так, подождите пару минут, я сейчас все проверю. Клево! Так. Ботанов, 5. 1, потому что были проблемы с задачей со звездочкой. Заучкин, то же самое. Затупин, 5. Тупорев, 4. Много помарок. А что там неверно? Скажите, пожалуйста. У вас неверный ход решения. Заучкин, у тебя так же. Наверное, вы списали. Это кто у кого списывал? Списатели! Не списатели, а списывальщики. А чё мне Маривала 4-4? Деньги заплатили. А что за помарки? Откуда? Да потому что пишешь ты, как курица лапой. И ничего не понятно. Скажи спасибо, что не 2-2. Не, ну, Маривала, хорошо. 4-4, 2-2 у меня там хватает. И ты даже оценочки себе хорошенько по математике подправил. Клёво, спасибо. Да не за что. Обращайся. Обязательно. Уважаемый подписчик.
подписчик ГТЗ по математике. Желаете ли вы продолжить решение следующего параграфа? Вот твой бред скорее, ты чё? Марья Ивановна, что за звук? Мне кажется, они списывали. Ничего мы там не списывали! Давай, скоро звонок, по домам пойдем! Тихо! Ага. Затупин, а чего ты прячешься за книжкой? Где же твоя уверенность? И где твой пенал? Ну-ка дай его сюда, я посмотрю, что там. Что вы там не видели? Мне кажется, оттуда шел какой-то звук. Там, видимо, какие-то подсказки. Марья Ивановна, а вам голова не болит? Вы себя нормально чувствуете? Звук из пенала? Вы что? Марья Ивановна, никого не слушайте. Скорее проверяйте пенал. Это очень подозрительно. Так, все, я больше ничего не хочу слышать. Давай сюда свой пенал и будем разбираться. Это же надо было так спалиться. Лучше беззвучный режим поставим. Держите. Телефон. Ну что, к директору и друга своего одноклассника возьми. Ну вот и все. Снова плакали. Эх, мои денежки. Еще и от бати влетит. Пошли.